Здравствуйте, продолжаем изучение Мишны, трактат Сука, 3 глава, 13 Мишна. Говорит Святая Мишна. Йом Тов Харишон Шель Хаг Шехал Льот Башабат Коль Хаам Мулихин Эт Лулавеген Левейта Кнесет Ламохорат Машкимин Уваин Коль Эхад Ваэхад Макирет Шело Гонот Ло Мипней Шамру Хахамим Эйн Адам Йоце Едей Ховато Бе Йом Тов Харишон Шель Хаг Белулаво Шель Хеверо Ушар Емот Эхаг Адам Йоце Едей Ховато Белулаво Шель Хеверо. Говорит Мишна, в первый день праздника, который выпал на Шаббат, весь народ несут свои лулавы в синагогу, а на завтра встают и приходят, и каждый узнает свой лулав и берет его. Поскольку, сказали мудрецы, человек не может выполнить свою обязанность в первый день праздника лулавом своего товарища, то есть чужим лулавом. А в остальные дни праздника человек выполняет свою обязанность лулавом своего товарища. О чем здесь идет речь? Дело в том, что во времена храма исполняли заповедь четырех видов растений в Суккот в первый день, даже если он выпадал на Шаббат, и не только в храме, но даже и вне храма. Мудрецы запретили, мудрецы постановили из-за опасения, что человек будет переносить эти четыре вида растений в Шаббат из одного владения в другое. Дело в том, что по Торе запрещено переносить в Шаббат любой предмет из частного владения в общественное, или из общественного владения в частное, или переносить внутри общественного владения. И законы Шаббата, они очень строгие. Шаббат имеет колоссальное значение. Так мудрецы решили, что Шаббат важнее, чем праздник Суккот. И хотя Тора сказала, что мы должны в первый день праздника Суккот выполнить заповедь четырех видов растений, мудрецы имеют силу сказать: сиди и не делай. Не выполняй ту обязанность, которую возложила на тебя Тора. Из-за опасения, что, может быть, ты нарушишь Шаббат. Настолько велико значение Шаббата в глазах наших мудрецов. Так здесь Мишна говорит про время до этого постановления, про период храма. Так как быть? Да, в Шаббат нельзя переносить из одного владения в другое. Так заповедь исполняется в 15-го Тишрея утром, то есть утро первого дня праздника Суккот. Теперь в это утро не могут принести четыре вида растений из дома в синагогу. Как быть? Так говорит Мишна, что приносили четыре вида растений в синагогу до наступления праздника. А на утро каждый приходил, и дело в том, что в первый день праздника можно исполнить заповедь четырех видов растений только своим, тем видом, теми растениями, которые принадлежат самому человеку, как написано, это толкуется из того, что написано, и возьмите себе, толкуют мудрецы, себе из своего. Так как найти, так каждый делал какой-то знак на своей связке растений, и каждый узнавал, где именно его связка, и брал ее. Опасений особо не было, поскольку ворованным лулавом, как мы учили, заповедь исполнить невозможно. Поэтому не опасаясь, можно было с спокойным сердцем оставить на ночь четыре вида растений в синагоге. А в остальные дни праздника человек может выполнить заповедь даже чужим лулавом. И в наше время, тот, у кого есть финансовая возможность приобрести себе четыре вида растений, то лучше приобрести свои, чтобы в первый день исполнить заповедь своими растениями. Если у человека нет такой возможности, то можно дать подарок на условие вернуть в первый день. То есть один можно подойти и сказать: подари мне их на условие, что тебе их сейчас после исполнения заповеди верну, и тогда заповедь тоже считается исполненной. В остальные дни праздника можно исполнить заповедь четырех видов растений теми растениями, которые человек одолжил у другого. Спасибо большое, хорошего всем дня.